Да. Да, Юсонг, расскажи, как результаты твоего обучения, твоих сотрудников, какие дают плоды? На данный момент мой стажер, который пришел совершенно недавно в компанию по обучению Алексея Степенко, взял за 2 недели 2 объекта в работу, довольно-таки не дешевых, так скажу. Старый коллектив, персонал, который имеется в агентстве недвижимости, тоже активно занимается продвижением себя через обучение Алексея Цыпенко. Ну, правильно сказать, через обучение Юсонга, да? Ну да, Ты полученные берешь знания у Алексея технологии и Цыпенко, да. передаешь коллектив. Коллектив, парень за 2 недели взял 2 объекта, стажер. Это вообще-то очень Это круто, результат. что Это касается рынка в результат. целом. Да, молодец. Класс. Ну что, вывод какой? Нужно учиться обучать других людей. А другие люди с Да. удовольствием будут становиться эффективнее. А вы Очень заходит спин продаж, очень хорошо заходят открытые и закрытые вопросы, тема. Правильно поставленный открытый вопрос дает правильный и раскрытый ответ, при котором человек, специалист, может работать с болью уже своего клиента. Со спином какое-то второе дыхание технологии. Прям вот я в Пермь съездил, там прям хороший очень отзыв, что все спин так понравилось на конгрессе. Это интересно. Хотя долгие годы я про спин рассказывал, но не было живого отклика. Там про обоснование комиссии был отклик, а тут вдруг раз в этом году спин всем заходит. Либо я его понял наконец, либо боли стало много на рынке, и он стал очень... Очень много стало боли, и люди стараются ее скрыть. А если они ее скрывают, то надо ее получать. Нельзя зайти нахрапом и сказать, что у вас болит, человек вам никогда не скажет правду. Когда мы проходили обучение, так может быть, в игровой форме, вот меня напрямую задавали там, какой боли я прихожу, я никогда не раскрывался. Я, грубо говоря, шутливо придумал какие-нибудь для себя сценарий жизни. Вот и все. Поэтому задавайте правильный, открытый вопрос. Класс. Получайте правильные, открытые и развернутые ответы. Спасибо тебе.